Учеба учебой, но хочется принести пользу университету, в котором обучаешься. Студенты-иностранцы Тверского государственного технического университета провели субботник во дворе своего общежития. Подобное мероприятие стало уже доброй традицией для вуза. Как это было, расскажет наш корреспондент. Грабли, метлы и мешки для мусора. Иностранные студенты получили весь необходимый для уборки инвентарь. Студент третьего курса Андрей из Анголы уже не первый раз принимает участие в подобном субботнике и считает, что такие мероприятия идут только на пользу. Мы сюда помогаем, это общежитие, что наш университет, вот это наш стадион, что когда мы играем в футбол, в волейбол, и вот надо всегда что почистить. И когда что нужно, помогать университету, мы всегда готовы. Работы хватает всем, поэтому было организовано сразу два субботника. В первый день студенты спиливали старые ветки, кустов и деревьев, расчищали территорию от бытового мусора. Во второй день ребята продолжили уборку рядом с общежитием, собрали оставшиеся спиленные ветки и загружали их в машину. Наши студенты, я хочу сказать, очень хорошо откликаются. То есть некоторые даже подходят, чем я могу вам помочь. То есть вот выходят по собственной инициативе, убираются. Но это же наша территория, как бы стараемся соблюдать какой-то порядок. Студенты факультета международного академического сотрудничества активно участвуют в жизни университета. И несмотря на пасмурную и промозглую погоду, от участия в субботнике отказываться не стали. Ребята достаточно инициативные, интересуются и историей страны, в которой они обучаются на сегодняшний момент. Все с доброй инициативой принимают участие активно, причем во всех внеучебных мероприятиях. И на мой взгляд, это одна из форм социальной адаптации иностранных граждан на территории Российской Федерации. Благодаря общим усилиям студентов теперь эта территория стала чище. Всего было собрано и вывезено около 5 машин с ветками, а также десятки мешков мусора.